У Гомелі адбыўся адкрыты дзіцячы турнір па робататэхніцы «Аксіёма». Яго правялі ўпершыню, аб удзеле заявілі больш як 100 чалавек з усіх клуба робататэхнікі Гомеля. Самаму юнаму конкурсанту 6 гадоў, старэйшым 14. Турнірнай пляцоўкай стала 51-я гімназія Гомеля. Там побывали и наши корреспонденты. Больше как 60 команд, свыше 100 удельников и только 3 переможные места. Открытый турнир по робототехнице «Аксиома» с первой спробы доказал популярность программования сярод детей. При этом баталии на конкурсной пляцовце были не детячие. Так, у молодшей взрослой категории удельникам треба было собрать робота, а затем выставить его на рынок супрать иншего. Самый мощный, как правило, и приносил перемогу своему створальнику. Детям основные навыки, вот, которые необходимы, они связаны с IT. Они связаны с программированием. То есть это некая инженерия конструирования, а также программирование, потому что робот – это программа, которая выполняет какие-то действия. У другой взрослой категории необходимо было створить робота, який за канат смог бы перетягнуть иншего. Самое же складанное задание чекало старейшую категорию удельников – собрать робота с интеллектуальной программой. Робот повинен был проехать пылную траекторию, при этом одночасово сбирать предметы, пересовывать кубики и навод отрозневать их по колеры. Сами организаторы кажут, что ставили довольно высокую мету, развивающую программование сярод дзяцей уже зараз рыхтовать будущих специалистов высшейшего класса. Прекрасный турнир, замечательная цель. Это то, что создает land value, создает талант. Это очень перспективное направление. Ну, то есть я бы даже уже не сказал, это перспективное направление, это состоявшееся. Юные программисты из Гомеля уже зараз доказывают свою конкурентоздольность на сусветном уровне. Так, гомельские школьники Александр Углик и Павел Титов представили Беларусь на сусветной робототехничной олимпиаде у Коста-Рика. Показать свои здольности яны вырашили и у этом турнире. Дарыча, для Павла Титова эта спроба завершилась и перемогой у старейшей взрослой категории. У середней лепшими стали Роман Петельмахов и Ярослав Голубцов. А сярод самых маленьких программистов место у успеху досягнули Данила Улановичу и Роман Мягко. По словам организаторов, этот конкурс в будущем станет выдатной пляцовкой по подрыхтовке детей до удела у республиканских и международных турнирах. Ганна Ковалева, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель».